А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня на канале проходит конкурс в честь моего дня рождения на 15 призовых мест. Конкурс проходит на трех серверах, а именно Smotter Rager, Admir MTA и CCD Planet. Все, что тебе нужно, это первое, подписаться на канал, второе, поставить лайк этому ролику, который вы сейчас видите, именно ролику с конкурсом. И третье, репостнуть запись с конкурсом у меня на стенке ВК. Все выглядит максимально просто, заходи, участвуй и не упусти шанс выиграть годные призы. А я желаю тебе приятного просмотра и удачи в конкурсе. Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер номер 2, все как всегда. И сегодня мне пришла в голову гениальная мысль, а что купить новичок на 5 миллионов? Такой, конечно, было очень популярно еще в году 2018, я, как всегда, по трендам просто вовремя снимаю видосы, вот. Поэтому я приехал на спаун Санфиера на втором сервере CCD, все как всегда. И сейчас будем искать какого-то новичка, только давайте чат включим. Он кто-то там сидит внутри, а? Ты да, блин. Привет. О, привет. О, привет. О, привет. Здравствуй, друг мой. Давно не виделись. Лысый гнида за пультом. Нифига ты говоришь, у тебя рот дергается. Хуя. Что, серьезно? Да. Я только что это заснял, это офигеть. Короче, пацаны, мой друг зашел на сервер, собственно. Он никогда не играл в МТА, он понятия не имеет, что это за сервер, я ему только показал, какие тачки здесь есть, вот. Он сказал, заебись, хочу, вот, поэтому сейчас посмотрим, что он купит на 5 миллионов. Но если вы хотите такой же видос, только реально с рандомом челом, напишите комментарии, поставьте лайкос, посмотрим, сколько здесь будет активности, и, надеюсь, запишем. Поэтому присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Поддержите лайком, пацана, ну реально. Мы приехали в банкомат. Выходи. Выхожу. Выходи. Вот, АТМ, очередь, стоим, блин, за зарплатой. Сегодня пришла. Состояние ваших счетов, да, я немножечко мажорствую на 40 миллионов. Перевод между счетами, у тебя же есть счет, да? Ну подожди. Или... А, у тебя 10. А, подожди, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ты же новичок, иди сюда. Ты мопед получил? Нет. Бесплатный мопед нужно всегда получать. Вот сюда. Все. Вы купили мопед за 0 рублей. Я мажор. Какой номер? Стой, 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 стой. 0078НН. Ну такой прикольный, кстати. Ой, какие жиги просто. Перевод денежных средств. Сердце, да, средств. Сердце. Ты Мира просто подписан, да? Да, я просто Мира. А, Мира, да, все, я нашел. Так. Ну так как в стиле подписан. Да, 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 да. Перевод. 5 миллионов, пиздец. Что могу сказать? Я когда-то 5 миллионов копил, все, я перевел, можешь снимать. Сколько 500 тысяч комиссий еще, ёбаный в рот. К этому жизнь меня еще не готовила. Так дорого. Пиздец! Я помню свои первых 5 миллионов копил, часов 50 играл. А где? А тут просто приходит друг, просит денег. Собственно, пассажирский транспорт. Получать лицензию, они... сколько она там, 10 тысяч? Пассажирский или легковой? Ой, подожди, легковой, я что-то... Что-то у меня хуйня какая-то сегодня, ничего не выходит. Сдать экзамен за 10 тысяч. Да. Такие кошерно. Ой, молодец. Сдал он права? Да. Собственно, дальше что будем делать? Права у тебя есть? Ну, для начала пойдешь, чтобы видос не затягивать. Нужно переодеться. Поэтому едем сейчас, где-то переоденемся, а дальше купим тебе первый автомобиль. Сейчас бы еще вспомнить, где здесь одежда. О, кстати, это что такое? Это покушать. Это покушать? Дошик. Дошик за 20 рублей нормально. Кстати, можешь нажать F11, посмотри, какие здесь доп-карты есть. Вот косо. Ё-моё. И это, кстати, еще не все. А зачем здесь? Зачем здесь? Нужны камеры. Зачем? Какой их смысл? Чтоб ты тратил бабки, а потом донатил админам. Вот. Не хочу. Я доначу только в Steam. Это вырезать нашу блядь. Да, я сейчас и твой, и мой аккаунт забанят просто. Так, а, биржа здесь есть, кстати, криптовалюты можно майнить. Здесь покупать и продавать потом. Кстати, что по работам интересное здесь есть? Таксист, дальнобойщик. Там работа саженцев доставать, это на кибертраке, только его уже вроде как бы нет. Вот. Здесь кибертрак есть? Ну, был. Его убрали.
Вот. Печально, однако. Потом автобусник по классике, дальнобойщик, это я сказал, бензовоз, вот эти все. Вообще, кто-то, меня кто-то работает? Преследует машина. Интересно, кто-то на втором CCD работает? Мне кажется, никто не работает. Я уже, не знаю, может, года полтора здесь не работал. Я просто хер забил, закинул на проценты месяц, зашел, через месяц снял. Вот и все, в принципе, так я и свои 100 миллионов накопил. А так перед этим работал бензовозом. В принципе, может... Ты, по-моему, пропустил. Не, у меня просто здесь кристаллик был. Вот. Я сейчас смотрю на... Цены? Возможную кастомизацию на возможные цены. И мне как-то пропадает желание что-либо покупать. Ну вот поэтому я и сюда, и в стоковой одежде бегаю. Дорогая администрация, если вы смотрите это видео, пожалуйста, сделайте нормальные цены. Я вас умоляю. Когда ты это сказал, у меня просто футболка админа где обновилась. Серьезно? Да. Собственно, пацаны, я перезашел, и сейчас у нас будет программа «Поясни за шмот». Ну, кроссовочки Abibas за 2 миллиона, курточка Gucci за 3 миллиона. Если серьезно. Ну, а если серьезно, то кроссовки Abibas я купил за 10, штаны, не помню, куртку купил за 10 тысяч. Ну, по-моему, мне кажется, джинсы это, по-моему, самая дорогая покупка. Или дождевик. Нет, дождевик 50 тысяч стоит. Бля, общая сумма моего лука это 110 тысяч. 110 тысяч, нихуя. Сейчас будет, пацаны, самое интересное. Блин, видос какой-то грустный получается. Надо как-то его взбодрить. Лупа и пупа. Ты бы помыл бы свою машину, потому что оно у тебя слишком грязное. Че, помоешь? О, давай, кстати, это, пойдешь помоешь реально мне тачку, блин. С хрена ли я езжу на грязной тачке, тем более у тебя деньги есть, как бы деньги не проблема. Сейчас ты мне его помоешь в купальничке, в трусечках. Какие-то у тебя странные фантазии. Мы приехали на мойку, так, крыша закрыта, все, иди мой, блин. Как ты неблагодарный, однако. Бери дуло. Нифига себе, каждые 10 секунд 150 рублей. Да, пошел, как в жизни, пенкой сначала, потом водой, давай, пошел по кругу пошел. По кругу пошел. Я сейчас помою. Я вообще-то здесь. Помою. А, это не ты? Дед, пацану чисто мать не, блядь, взял, намочил. Дел, а чё оно не смывает? Мой. Говно хорошее. Ласентуровское. О, и смотри, здесь капельки есть на лобаше. Ё-моё, такие кошерные. Вот. Даже отражение есть. Да. Садись в тачку, нажимай вид от первого лица, ты увидишь капельки. Короче, сейчас, если мы поедем пару метров, они просто слетят, вот это все. Какие тачки у тебя есть на уме, что ты хочешь купить? Я люблю японцев. Японцы делают вещи, ребята. Мы можем, смотри, у нас есть три варианта. Первый, самый жесткий, который я никогда не делаю, даже я, у которого бабок до хера, но я так никогда не делаю, это поехать в автосалон и купить. Второе, это поехать вот сейчас возле, на БУ, пойти и купить что-то. Но здесь уже может быть что-то на тюнинге, вот, и на красивом номере. Либо пойти купить с аукциона, там тоже может быть что-то на тюнинге, на номере, на это. По моим вкусам я буду делать все наоборот. Поэтому без разницы, где и откуда можно взять автомобиль. Главное, чтобы был колеса, чтобы оно управлялось. Короче, пиздуем в автосалон, я понял, спасибо. Какие быстрые выводы у тебя, однако. Ты еще не до конца послушал мою мысль, но ты уже принял решение, спасибо. Слушай, ты состоишь в какой-нибудь группировке? Да. Какой? Люди более, ну да, чина. Капец, в начале видоса заправил феру уже 18 литров. Ямана прожорливая. Сколько мы там записали минут, а уже... Летящий гитар. По-моему, Геттер только что полетел. Японцы делают ракеты, как бы, если кто не знал, пацаны. Все, мы в автосалоне японских автомобилей убираем Калифорнию, заходи на банк, ставь сразу сколько, сейчас скажу, сколько тебе нужно ставить. Я поставлю 2 миллиона, хватит будет? Ну, поставь 2 ляма, да. Пацаны, мы тут подумали, я решил... Ладно, шучу. Короче, брать лансер, типа, за лям 400 и тюнит, но это слишком дорого-богато. У тебя деньги есть, деньги не проблема, вот. У тебя прогрузились хоть текстуры? Да, у меня все норм. Вот, поэтому мы приехали на БУ и выберем сейчас какой-то автомобиль. Кстати, вот, да, можешь сейчас зайти на аукцион. Как он тебе выглядит, вот этот дизайн, вот это все? Поиск... Потому что я не могу его найти, его походу уже отняли. Ниже крути. А, вот этот лям 200?
Лям 200, да, он. Да, все, я, значит, я его... Мне даже цвет его нравится. Он охуенный. Согласен, заберу. И выезжаю. Ура, я на тормозных дисках. Ебать, поднялся. Ну, выглядит, мне кажется, он охуенно. Эй, у меня встал вопрос. А, я думал, не вопрос. Оу май. Садись, садись, машина, садись, машина. Охрененный, да? Так... Цвет балдежный, диски офигенные. Цвет мне нравится. Диски, диски они, по-моему, чем каким-то красным свечением отдают, мне это не нравится. Красным? Не, просто они черные. Они черные. Ну шо, у меня есть права, у меня есть машина, время хасанить. Поехали прямо, в тюнинг заедем, может что-то поменяешь. Хотя здесь, мне кажется, все идеально. Здесь, кстати, фул... Не-не-не-не-не, я сейчас буду менять. Фул обвес. А куда ехать? Прямо едь, прямо едь. Прямо? Прямо, прямо. Фул обвес, прям балдежный, неохуенный лансер. Сейчас налево? Да, обычный тюнинг в Сан-Андреасе. И налево сейчас, и сейчас налево. Ох, я здесь надолго. Все, пацаны, надеюсь, это ненадолго, вот. И как только он выйдет, мы продолжим. Two hours later. Собственно, пацаны, наш новичок выехал. Ты серьезно? Я серьезно. А ты не верил? Ты, блядь, поставил на лансер стоковую лавку из Сан-Андреас? Блядь. Вырежем этот момент, вы ничего не видели. Блядь. О, теперь хотя бы нормальная лавка. У меня когда-то такая стояла. По тюнингу, конечно, на вкус и цвет товарища нет, и о них не спорят. Я бы так не сделал, пацаны. Напишите в комментариях, что вам больше нравится, ты еще... Пусть походу этот высокий профиль шин поставил. Да. Да? Да. Нахера? Потому что я так хочу. Потому что я командир этого дерьма. Короче, пацаны, он сделал, можно сказать, почти этот лансер из форсажа по весам. Почти. Ну реально, если ему так нравится, значит заебись. Сколько ты, собственно, потратил здесь денег? По-моему, 185 тысяч. Просто пацаны сейчас, которые смотрят этот ролик, которые зарабатывают сами деньги каждую пеню, как, например, вот этот таксист, он понимает, что это пиздец как дорого, просто пиздец. Как починить машину? Она сейчас бомбанет. Бинды надо ставить. Можешь R нажать, кстати. Я могу тебя на гонку вызвать, нихуя. Можешь R нажать и зажать, и починить. Ну потом можно... Кстати, можешь посмотреть ПТС свое. Я второй владелец. Собственно, номер ты не захотел поставить за 500 тысяч, да? Потому что это довольно-таки дорого. Это довольно-таки такое дорого. Чем лучше бензин ты зальешь, тем выше у тебя будет максималка. Вот зальешь 92 будет говно. Самый лучший и самый сбалансированный это 98+. Но если ты уже мажор не въебись какой, будешь платить за литр 450 рублей, тогда он, короче, тачка будет ехать пиздец как быстро. А там плюс я не помню, какое количество километров к максималке добавляется. Бля, ну хочется, чтобы видос был какой-то скучный, потому что он реально какой-то очень скучно выглядит. Просто 12 часов ночи унылое говно, которое не выспалось. Ставь лайк, если ты унылое говно. Ставь лайк, если ты унылое говно, если ты не выспался. Едем на кальян, едем на шашлыки. На шашлыки и на кальян? Шашлыки и кальян, как в твоем видосе. Если кто не смотрел, ссылочка будет в описании, да. Посмотрите видосы, поддержите его, по-братски делает годный контент. Когда заплатили 5 лямов, блядь. Собственно, так, F, поговорить, Савелий. Ага. Покажи, что продаешь. Кстати, можешь взять палатку, мангал у меня есть. Уголь, купить инвентарь, маринованное мясо, берем. Сакина, во. Little Game Force. Или Девалк. Твой английский Девалк, язык. Девалк. А, не, подожди, Девалк, это, наверное, разработчик. Похуй, садись. Чё, пацаны, лансер против Феррари, чё будет? Интересно. Я думаю, лансер выиграет. Давай. Интересно ты, однако, что же будет? Я крышу сложу, чтобы больше зацепа было. Все, 3, 2, 1. Он мне специально перекрыл дорогу, во, петух. А, чё? Знаешь, что не понял? Я только что на Ферре разогнал АСО 385, а там, где я только что в очко... Что это было? Только что самолет врезался. Это не врезался, это кто-то работал на самолете. Я здесь разогнался 385, а там я только 303 мог разогнаться, ничего. Блять. Здесь забор убрали, потому что ехать нормально. А, точно, я что-то не посмотрел. Запоминай. Такой, подъезжаешь к девушке, именно на Феррари, берешь там, опускаешь вот так стекло и спрашиваешь, а у тебя резина на лепешке или на шипах? А как? Чё, пацаны, приехали снимать новый форсаж?
Нормально. Такие брички стоят. Конечно, номер у тебя, блин. Я имею большой фетиш по номерам. Это такой капец. Лично для меня. Я не испытываю особой тяги к номерам. А у меня прям стоит на номерах. Прям я не могу ездить на тачке, которая будет херовые номера, вот реально. Че? Достаем кальянчик, как его использовать, я уже забыл. А вот, все, кальянчик забит. Сейчас поставим ангальчик, подходим, можешь, в принципе, курить. Погоди, я могу, у меня вот, здесь могу, здесь вот. Могу. Да, подходишь к мангалу, нажимаешь Z, подкидаешь в мангал угли и мясо. Вот. Все, подкинул. А теперь можешь жарить. Так, погоди, мне нужно делать вот. Поджарить. Ты шо, как круто. Балдёж, да? Реально прикольно, если ещё кальянчик нужно копать. Ай, кайфай. Для, всё, для полного погружения в атмосферу, скажем так. У тебя сгорел этот шашлык. У меня сгорел шашлык? Да. Написано, что шашлык готов. Да, я знаю. Так. У меня есть, а как поделиться? Разрезать хотел? Да, я разрезать хотел. Одни угли, одно мясо, это одна порция. Сейчас бы на шашлык. Сейчас бы на природку. Ля, персик, ты чё? Поменять еще тапки, поменять верх, и вообще будет полное погружение, полное... Короче, пацаны, новичок спит. Я закончу ролик. Короче, так. Пацаны, такой вот видос вышел. Надеюсь, вам он чем-то понравился. Вот, съездили, приодели новичка, скинули бабок, купили тачку, затюнили, номер не захотел, поставили дрифт-чип, покатали, рассказал там о мелочи, но это я вряд ли, наверное, буду вставлять. Если вам понравился видос данного формата, поставьте лайкос, напишите в комментарии, что вы бы хотели добавить. Также не забывайте подписаться на канал, ведь здесь выходит очень много интересного контента. Также нажимайте колокольчик, чтобы смотреть их всегда первыми. И, кстати, сколько мы там денег потратили? Просто так, для справки, мне интересно. 2 миллиона чем-то потратили. Заебись. А что мы купили? Ровно нихера. Ну, короче, пацаны, на этом мой все. Мой пиздюк. А почему, когда я говорю, кстати, только что рот опять дергался? Потому что ты выключил. Я сейчас могу тебя ударить и говорить. А, да, реально. Блин. Такой говорит, чина. Короче, все, пацаны, лайк, коммент, подписка, колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока. Пока, ребят.